Здравствуйте, друзья, с вами Форд. Сегодня, как обычно, любимые вами видео о автомобилях учебного автосимулятора 2. Я обозреваю седаны. И на данный момент я посмотрю, что за автомобиль такой. Audi S4, A4, в общем, Audi 4. Я уже ее выбрал. Посмотрим, что такое за аппарат. Сегодня для вас будет сюрприз. Буду смотреть видео и делать не только я, а и мой друг Захар. Он тоже заядлый автолюбитель. Мнение его учитывается. И как бы, в общем, должно быть интересно. Завелись, поставили там трали-вали, подстроили сиденье, поехали. Еду я на автомобиле Audi A4, то есть заряженная версия четверки. Конечно, страшно давит пол, но тем не менее нужно. Автомобиль тянет неплохо, но еще бы у него как минимум кобыл 300, а то 350. Сильно не газуем. Смотрим, что он может. Бэха нам мешает проехать, но это не беда, мы ее объедем. Так, направо на автомагистраль. На нейтралечке не спеша повороту. Как обычно, здесь пробочка, хотя не особая. Так, смотрим внешне. Внешний автомобиль неплохой, понятное дело. Всегда повторяюсь, как и обычно, все модели к 3D-инструктору. Посмотрим, что он по физике. Итак, третье 130, 150, пятое 160, неплохой автомобиль действительно. Если учитывать то, что он еще S6, не RS6, так вообще чудесно. Давайте, наверное, включим четвертую. Немного не впечатать, но тем не менее нормально. Ой. Неплохой автомобиль, мне в принципе понравился. И динамика, и все остальное, но есть такой человек, Захар, он мне доказывает, что советский, русский, национальный, наш автопром, в любом случае, он типа лучше, чем немецкий, и поэтому он хочет сказать что-то свое. Прошу любить и жаловать. Ну что, скажу так в одно слово. Да ладно, скажи, ты сначала в камеру влезь. Ну, чтоб по словам сказать. Люблю любить и жаловать. Я свой автопром люблю. Сам езжу. ВАЗ-2704. Но постараемся, короче, выбрать ту машину, автомобиль. А тут такой же, подожди, подожди. Так, ара, поехали влево. Видим, что большой выбор автомобилей, но тем не менее Захар выбирает советский автомобиль. Мы с ней учились.
Моя любима. Сейчас мы выберем ее. Тут красавица. Разный разнобой. Но все-таки має найти ту свою єдину. О, ось вона. И этот... О, синий цвет. Да все нормально. И этот автомобиль, конечно, он сравнивает с четверкой, Audi четверка, ну вы прикиньте. Красный это цвет, жесть. Красный цвет, потому что, короче... Ну понятно, что красный цвет это вообще... Не-не-не, красный цвет у меня ассоциируется с тем, что, короче, как бы сказать тебе, Сережа, я на ней учился. Красная, ну все, давай назад и старт. Все как сито. Извините. Ну зато посмотрим, как человек, который, ну, независимый от меня, будет ездить на автомобиле и как оно вообще, и что к чему. Ну что, поехали, Сереж, да? Ну да. Я тебе буду говорить, куда ехать. Моя приборка, все дела. Очень даже все понятно. А давай, кстати, сразу проверим внедорожные качества. Давай, первую, ну, едь. Посмотрим, возьмемся, это же советский автомобиль, он и по внедорожью, и по трассе должен ехать хоть куда. Тут ты хочешь направо. Направо? Направо, да, конечно. Да. Ну, хорошо, поедем направо. Только не спеши, потому что... Там... Да, да. Ну, да. Ну что, я даже на нейтралочке спускал. Ну, все отлично. Ну, до Ореи тоже хочешь на нейтралке. Газ дать, да? До Ореи тоже на нейтралке спускал. Ну и в газ пол, короче, пошла заживлётка. Третья 77. Четвертая 70. Ну, экономим топливо, как-никак. Так газ пол, конечно. Ну, извини, ты мне, ты же это, автопром, надо трошки поджать. Можно поджать, можно трошки сэкономить. Надо рассчитывать на то, что мы едем. Ну да. Она проходима. Ну все, ну, тут еще. Все, назад разворачивайся. А, ты хочешь сказать? Внедорожье, типа, мы уже с понтом показали. Да сильнее выворачивай руль, там сейчас будет дерево. Зачем? Там лево. Мы можем и так. Мы можем даже на нейтралочку скатиться. О, и первый надо включать. Жигуль хорош в деле. Конечно, тяговитый, как всегда. А третья, как всегда, короче, самая хорошая передача. Похрен. На все. Так, тут скоро будет горка направо. И что? Дальше еще. Нам еще до ней далеко и далеко. Ну, нас скоро просто, конечно, 80, но это такое дело. Ну, это Жигули. Человек просто... На своей волне он очень любит советский автопром. Так, ты давай мне направо. Комментируй. О! И шо? Все как всегда. И шо, и ничего. И шо, а ты бишь по... О! Не, вот тебе, блин, это можно дефект сказать на что-то другое. Считай, уже в комментариях написали, что почем. Кто ты и что ты? Ну за... Уже объяснили. Выпишем за руль, я не сажусь никогда. Сразу скажу. Это одно. Направо. Нам направо, да? Да. О. Мы же едем на трассу, чтоб ты ей там дал, как обычно я это делаю. Мы по чуть-чуть пойдем. Без перегазовочек. Утрки прибольшили. Ну, поехали. Это тебе, конечно, не Audi, который ты рассказывал. Это та машина, которая может все. И тянуть со собой, короче, и прицеп с тоной. Или с двумя. Можно постараться все, что за охота. А если ты еще в универсал, конечно. О, пацан, конечно. Мы можем и тянуть, короче, все, что угодно. Если честно, я думал, в этом обзоре сделать обзор на три автомобиля, как обычно я это делаю. Но думаю, что твой обзор будет последним, и он и так будет. Почему? Направо. Мы можем и поехать, короче, потому что. Потому что семерка вечная. Почему вечная? Ну почему нет?
А почему? А, ну, конечно, уже сколько да, год она вечная. Ну, извини, пожалуйста. Ты, конечно, там в ролике, короче, есть нюанс, короче, куда ты поворот включил, а он не отключился. Так ты что, потом, так и в жизни так тоже, смотря как-то, насколько руль повернешь. Да? Ну да. Ну извини, обижаю, ой. Там, не, не ожидал, нормально. О, нихера себе, он на семерочке 134-я нормальная. Ну стараюсь, конечно, можно. 136. Можно, 135. Если хотите, конечно, ехать 120, но это уже, конечно, опасно. Давай в шашки поиграй. В шашки? На семерочке. Ты хочешь сыграть, короче, типа... Не надо. Да давай на семерке в шахте, а шо, блин, а шо мы будем смотреть просто как ты едешь? Это неинтересно. Интересно, когда ты там кого-то ушатаешь там. Что за мэри, что тормозит, что такое? Да они едут параллельно. Куда их всех тут обогнать? Подожди. Сейчас. Давай направо пошел. Ты видишь, тут. Извиняюсь, и тут я влажу в кадр и включаю аварийку. Ты хочешь заварить со мной? Чтобы повороты не включать, чтобы человек не заморачивался. Ну я так стримаю, конечно. Давай-ка третью, наверное, или вторую. Да надо, короче, мы можем в натяжечку поехать. Какую натяжку? Экономить? А зачем? Да конечно. Экономить на жигулях самое главное. Если, конечно, газ-бензин. О, газ, конечно. О, чуть не уехали. Заговорился. Не надо пиздеть за рулем. За рулем треба бути сконцентрованным. По чуть-чуть, понемножку, пошел себе. Конечно, да, извиняюсь, короче, еду, короче. Оп, ну уже нарушили. О, бэхуй, сейчас братки выйдут. Самое главное, что мы... Ты заглох. Ты вырежешь, походу. Не, подожди. Вот так. Человек просто, можно сказать, первый раз за рулем виртуального кокпита. И поэтому... Права есть, короче, блядь, ну, сигнализация, наверное, заел. О, теперь бы знай. Ну, в общем, считаем, что ты приехал. Давай, короче, посмотрим на другие автомобили. Останавливайся на этом. Ну, что ж. Подожди, выводы сделай. Ушатался ты в этот. Ну, что сказать тебе? Ну, как тебе семерка вообще, в принципе? Как в жизни. Что как в жизни? А что сказать про нее? Она семерка и семерка. Четверка, семерка, тройка. Они одни ничего не меняются никогда. Да, комфортом. Какой комфорт? У них нет комфорта. Как всегда, черные панель. Все в обычном. Ну хорошо, состоянии. Давай следующую машину, потому что ты что-то. А что? А что мы будем говорить? Назад. Выход. Да, вот туда и следующую. Нет, в другую сторону. Вот. Вот это автомобиль легенда, девятка. Это по-любому. Ты должен ее расхвалить в любом случае. Назад? Ну да. Старт. Дорогие зрители, ну что, сегодня мы обозреваем, конечно, типа седаны, но вообще мы, так как у нас гости там в гостях, то поэтому мы будем обозревать все. А я люблю, короче, машинки, короче, по... Наша? А вот этот водитель, которого вы нихера не видите, только, блин, руки и слава богу, он вообще любит непонятно что и, короче, смотрите, непонятно что. А я люблю, короче, машинки, которые сделаны нашим автопромом. Русским, украинским. Как бы ни крути, но не параллельно. Зибилка. Ну все, поехали. Почему поехали сразу? Вот сразу поехали. Ну а сейчас едем. Не едет? Нет. Ну, завелся. Пошел. И шо? А ну-ка еще раз. Ну что, мы как бы... Как там камеру переключить? Да вот, регулируйся. Нет, ну камера звучит в выгляда. Ну все, вот, то все, давай, нормально, поехал. Подгазуем. На девяточке мне нормально пошел. О, да, короче. Хорошо. И тоже давай направо
и посмотрим, как она по бездорожью. Конечно, автомобиль не актуален по бездорожью, но тем не менее, в сравнении с семеркой. Ну хорошо, попробуем. По твоему. На максимум? Не, ну не на максимум. А типа так очень страшно на максимуме. Конечно, не страшно. Она же не моя. Она, конечно, не страшна. Ну, можно сказать, четвертая. Ну, можно сказать, тянет. Но не сильно. Так. Не, четвертая что-то вообще грустно. Она тянет. Смотри, она потому что... А, я же говорил. Должна бы потянуть. Все-таки ушатался ты в поворот. Можно было бы войти, я не спорю. Можно было войти, если бы не Газпол. Ты говорил, когда-то можно дерево объехать, да? Да, налево и вперед. Ну мы же не на внедорожник, так что разворачивайся. Да нет, не. Давай попробуем. Да это долго ехать. А есть там приколивки? Да, ну блин, там есть, но, ну блин, ну ты ж... Давай я просто хоть пару минут. Ну ладно, все, тогда будет сегодня не три автомобиля, извините, уважаемые зрители, а два автомобиля на обзоре. Оу! И еще плюс пьяный водитель. Ну да, извините меня, пожалуйста. Я за руль сажусь только трезвым. Никогда это не повторяйте в жизни. Нельзя повторять это в жизни. Это даже перед роликом надо дать. Ну зато создается ощущение домашних условий, будто бы мы там дома едем. Как бы с одной стороны, короче, не жалко машины, да? Типа она же типа игрушечная, туда-сюда. А когда ты всегда садишься за нее... Третью ключи не жалко тебе. Не-не-не. Мне не жалко я. И мне... Ну, с одной стороны, я типа, про что говорю. Машину жалко, конечно, потому что, короче, даже на таких скоростях, вот я уже ее вырулил, короче, а ее несет, даже несет по чуть-чуть ямка. Я же тебе говорю, что он... Тут еще такое внедорожье, что еще мне просто, не все просто, приедут. Просто я вырос с машиной, короче, которая, типа, ну, я учился на... Блин, конечно, сложно говорить и сразу... Да нормально. И рулить нельзя водителя отвлекать. И говорить ему о чем-то. Скажу так. Я учился, и все мы учились на той машине, которую мы не забудем. Это раз. Во-вторых. Смотри, какие горы, блин, тут вообще. И раз, да, я сам шок. Ты не спеши. Я тут по максимуму чуть-чуть выжимаю. Во-вторых, даже по таких горках мне... Я вспоминаю свою машинку, короче, и мне ее жалко. А тем более я еду на девятке. А я учился на копейке. Копеечка моя родная, с одной стороны, на которой я научился. Потом на ГАЗ-2410. Но вот это такое дело. Учился, не учился, но я машину люблю, храню. И стараюсь по чуть-чуть. Это игра. И что ты можешь пожелать зрителям? Зрителям? Любите свои машины. Это сразу. Во-вторых, это ваш конь, который всегда выручит, если вы к нему относитесь максимально хорошо. Как вы к нему, так он к вам. Не, ну есть, конечно, блин, вы, конечно, к ним не обижаетесь. Ну, можно, может они и докажут. А ну-ка дай газ пол, это, блин, девятки. Да это же там четвертый. Это ровная дорога, можно по... Ну, конечно, я ехал, конечно, по такой дороге, более-менее на четверочке. Четверочка у меня была. И есть. Хочу вам пригнать. Но все же, у меня не такая дорога, как в игре, в графике. Только стрёмно, конечно, блядь, не то ощущение все равно, как бы вы ни крутили. Но все же, поучиться поесть можно. Даже если я говорю, ну, как бы ездил, да, как бы крутил. Вот даже мы на асфальт выехали. Какой-то асфальт, себе. Да. И снова брюгиёчка. О, и снова село, и снова цель. Ну как бы не крутите, ребята. Ездили мы на такой машине, можно ехать. Это ни хера себе, короче, ну, хорошо бы скажем, внедорожник.
или еще что-то такое. Ну что, мы дальше, мы выехали, короче, на дорожку. Попробуем, короче. Ну, девочка молодец, она забила, как бы, старые проекты, все дела. Попробуем по Шумахере. Блин, конечно, машинка, короче, красавица. Как не крутить? И что, зеленый. Ну, в общем, это все, что мы хотели сегодня сказать. Всем да, спасибо за внимание. Немного тихо хотел перебить, ну ладно. Да. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Понравилось, не понравилось. Всем всего хорошего и пока.